Пятая серия. Я напустил на Дональда Трампа пушку, и я выстрелил в него. И вот, сейчас это произойдет. Кровавое месиво. И вдруг я понял, Кейли, она мне дала пушку, но только она следила за тем, как я убил Дональда Трампа. И она забыла включить автопилот. И вдруг самолет начал падать. Питер очень испугался, и никто ему дополнительную жизнь не данет. И вдруг агент превратился в монстра, и он сказал, что это я тебя пугал и в отеле, и в этом самолете. Конечно же, Питер обосрался, и он сказал, где же пули? Где же пули? Я не могу тебя выстрельнуть. Так Питер пояснил. И самолет уже начал медленно падать, падать и падать.